которые более высокие, предлагаю отдохнуть, поспать. Раз ты не участвуешь пока в съемках, куда мы едем-то? Точнее, куда ты едешь? На рыбалку едем. Мы едем в Освего ловить салмона. Это чинук. Это рыбалка довольно-таки интересная в Америке. Она бывает раз в году осенью. Это уже в этом году. Нет, Саш. Нет, мало? Да нет, он просто рыжий. Нормально. Вторая рыбалка. Для меня это третий, четвертый сезон. Цвет лучше. А, пусть будет так, да. Ловли. Нет, это слишком много красного, знаете, выключайте его. Давайте так до конца, пока. Ты же давно на рыбалку вообще-то ездишь? Ну, с детства начал ловить, как бы молодым был. 5-6 лет, наверное, поймал первую рыбку. И в Америке долго не увлекался. Первые, там, скажем, лет 12-13 вообще не... Удочку в начале, первый, когда только приехал, увидел, что ловят, купил, но не ходил. А вот пару лет назад серьезно опять этим делом заболел, как в детстве, и стал делать и зимнюю рыбалку, и соревнования, и на озерах, и на реках, и вот всякие экстремальные, необычные рыбалки вот с поездками. Вот... довольно-таки большой бизнес в Америке. Очень много, я познакомился с большой командой русских людей. Здесь, наверное, с 1000 есть русских рыбаков. 1000 людей, ладно, 1000 русских людей. Русскоговорящих, да? Да, русскоговорящих. Ты хотел чуть раньше, может, чтобы мы выехали, да? Лучше был свет. 40 штук. 40 рыб поймал и продал. Нет, я не думаю, что это надо записывать, потому что а это так запрещено. Да ладно, ладно. Это в России запрещено. Ну, я на камеру нормальный такие бизнес. Вещи. Нормальный бизнес. Ладно, Саша, так, значит, около 1000 любителей, которых ну, ты видел, знаешь или как? Да, на удивление, в Бруклине очень большое количество русских рыбаков, русскоязычных рыбаков. И общество вот этих людей довольно-таки разношерстное, интересное. Вот, скажем, мы сейчас в машине едем. Сергей – доктор, я – финансист. Ребята, которые едут второй машиной, там один рабочий, другой – менеджер, третий – пенсионер. То есть совершенно разные люди, общей болезнью связанные. Приходится, потому что такую дорогу, скажем, 5-7 часов в одну сторону сам человек не осилит, и кто-то должен держать сачок, кто-то рыбу ловить, то есть приходится объединяться в группы. Вообще рыбаки по своей природе, как и в Америке, как и здесь, очень индивидуалисты, что в России это группы надо выпить все вместе, а здесь многие сами ловят. Сам пошел, половил в соседнюю речку, озеро поставил. Очень ты стоишь, никого не видишь, сам себя ловишь. Даже если рыба не поймалась, тебе хватает трейл, как бы, ну, интереса, возможности поймать рыбу. Сам по себе уже интересен. А для такой поездки сам не поедешь. Приходится скооперироваться. Соответственно, особенно надо людей найти, которые в этот же день, когда у тебя выходной, тоже могут поехать. Это поездка на день, на два, вот как мы едем, на 3-4 дня люди едут. Соответственно, приходится как-то договариваться, общаться. То есть, в общем, потому что стоишь на реке,
течение очень сильное, можно упасть в воду, уплыть, ты стоишь в таких штанах, которые воду, если набрали, можно хорошенько утонуть. То есть люди, которые с тобой поедут, им надо доверять, ты должен не бояться, что знать, что они тебе бросят веревку, вытянут тебя из воды, или ты идешь на лед, и ты попадаешь под лед. Ты надеешься, что люди, которые с тобой в группе, тебя спасут, они скажут, ну то ладно, так и было. Обычно мы имеем план. То есть все начинается с того, что я вот когда уходил, я жене написал, куда я еду, с кем я еду, то есть мы в каком отеле я буду останавливаться. То есть не дай бог что-то произошло, мы едем, ну, 300 миль это сколько в километрах? 450. 450 километров в одну сторону дорога. Неизвестно, что там, кого мы встретим, это верхний Нью-Йорк. Все ходят с пистолетами, с ружьями. Сейчас охотничий сезон, они вдвойне ходят с пистолетами, так что надо быть как бы достаточно осторожным. Любой не тот мув, движение, и можем не сильно получить. Были какие-то случаи, ну, в общем-то, экстремальные когда-то? Много было экстремальных. Вот на прошлой рыбалке Сережа и я встретили группу людей, с которыми у меня военные отношения, например. Они одного из моих друзей просто оставили там. Представляешь, поехали, вот 450 километров проехали, и человека бросили. Мы ловили рыбу на водопаде под горой. То есть там очень тяжелый подъем, спуск, поднимание в Рочестере. И одного из ребят, они поссорились на каких-то своих моментах, и одного бросили там. Даже не одного, вот одна компания, я знаю другую, в другой компании тоже человека забыли. Но того забыли просто по пьянке, а этого забыли, он им просто вещи его выкинул. Очень много, то есть много нелегальных браконьеров, есть очень много людей, которые не имеют документов, и для них поехать на рыбалку и поймать, закон разрешает там 6 рыб за 2 дня, то есть по 3 рыбы за день. Такую рыбу в Бруклине, салмон, ну, этого лосося, можно продать за, не знаю, $50-100 ты можешь продать каждую рыбину. Рыба, 1 паунд, это сколько, ну, скажем, рыба весит, ну, 11-12 килограмм, это сколько? Это потом, да, ты расскажешь. Ой. Собраться, я знаю, у тебя не все так просто. Захочешь взять жену, ребенка, поехать на салмона? Нет, ну, Света сегодня не поедет, не поедет. Одной день. Вот вертолет пролетает один. А, да, да. Выходной же Columbus Day, понедельник. Да, да, да. Ну, можно как-то. Ну, вот такие вот. Сейчас ты на камере, тебя там этот русский канал снимает, этот парень, он с камеры, он делает, берет у меня как бы интервью про куда мы едем, что рыбачить будем. Штанов-то и нету, 100%. Ты сам, ты без камеры там раз 10 окажешься в воде.
лишь требует жилет спасатель. Тебе должно быть все время, потому что люди погибли в прошлом году, много людей погибло. Крыть уже не поцарапаю. А как? Потом это мы сделаем, и типа. Хорошо. Что там не задумали? План поменять и поменьше. А, видно, мне типа я думаю. По 10 ты хочешь сделать. Чтобы видно было, куда ехать. Ну, сейчас. Ну, зажми на нее кнопочку, пальчиком нажми. Что нажать? Минус, минус, сделай. Сейчас, подожди. Ладно. Я все-таки за рулем немножко. Сейфти номер один. Обязательно должен быть. Ты покупаешь или у них долго есть уже? Ты его не покупаешь, он бесплатно. Денег не надо, просто ты должен его иметь в себе. Да, но они это уже с лодки это делают. Нет, нет, нет. Если ты взял в рент лодку, они. Okay. Huh? I see him. No, I'm not turning around. Smile, you're on TV. No, but bust the friggin' thing. You'll be on the news. Come on, come on. I got a camera. Here, get my cook. He cooked your food. Tell him. Happy Hanukkah. Head down. Pull your hair back. No. Oh no, I'm not very photogenic, guys. Oops, look at it, got me nuts. What's going on? I'm all nervous. What you gonna have, buddy? I'll have coffee too. Yeah. Tell him you're busted. You guys want some more? No, we're good, thank you. How about you guys? You need more? Not done. French or French toast, omelet. In case if I want to take with me, can you bring me some? Может, я всех тебя на камере представлю к моей команде? Потом, потом. Ради моей, у меня микрофон. Но я сильно спрятался. Да, там уже люди поделованы. А что вы тут делаете? Мы кушаем. А зачем вы сюда приехали? Кушать-то? Нет, разминка перед боем. Фишу ловить. Чего-чего? По-русски так? Рыбу ловить. По-русски это видите. Большую. Большой это какой? Как килька? Нет. Раза три хотя бы побольше. А покажите пальчиками. Пальчиками? Ну хрен, вот так примерно. Не, ну давай, честно. Честно, честно вот, да. Если по-честному. Мы же рыбаки, люди честные. Какие? Какие? Ну. Вот. А ты голову показываешь или рыбу? Это глаза, глаза. Я показываю. Глаза. Саш, на самом деле рыбу ели? Да. Чудо. Приехали ловить рыбу. Будем. Байкар. Сейчас уже рассвет начинается. Вот рыбацкий магазин за нами. Это город Освега. Самый центр. Рядом дамба. Вот. Сейчас покушаем и будем ловить. All right, here, you son of a guns. That's for this table. Don't us. Swear to God, I'll bust us. Why?
Look at you're taking pictures of your beautiful omelet. You're beautiful. You're beautiful. Yee! Nice. You better go home and go to bed. Does it work? Yes, it works. Some money? No. You just press popular, popular, popular. No money, just press it.